Раньше большевиземские хоккеисты, чтобы поддерживать хорошую форму, были вынуждены тренироваться где придется. Теперь у команды появится собственная хоккейная площадка. Руководитель поселения уверен, что результаты не заставят себя ждать. Теперь только золото будут привозить с любых соревнований, потому что будет где тренироваться. В этом году выделены существенные средства из областного и районного бюджетов. На ремонт дорог и подъездов, благоустройство внутридомовых территорий, строительство спортивных сооружений и детских игровых площадок. Основная из наших, наверное, работ в этом сезоне – это строительство хоккейной коробки в городке 17. Безусловно, ее успеют поставить в срок с соответствующим качеством выполненных работ. Срок там по контракту 31 октября, обещают раньше строители закончить. Должен сказать, что эта хоккейная коробка – это такой своего рода знаковый проект для нашего поселения. То есть ничего подобного, такого крупного у нас раньше не было. В Больших Вязёмах в рамках губернаторской программы в ближайшие недели появится новый стадион. Ход и качество работ проверил областной парламентарий Дмитрий Голубков. Территория необходимо большее развитие, необходимо увеличивать инвестиции, находить подходы для привлечения больших средств в развитие территории, с тем, чтобы Большие Вязёмы не отставали по качеству жизни от других территорий нашего района. Также в рамках благоустройства на территории усадьбы Голицыных появилась дополнительная парковка, а в Больших Вязёмах новый игровой комплекс для детей. По тем задачам, которые стоят, все идет в срок, и строители вовремя построят стадион, может быть, даже быстрее успеют сделать. И в этом смысле те планы, которые сформулированы, поставлены, они, конечно, будут выполнены. Дмитрий Голубков в разговоре с подрядчиками еще раз подчеркнул, что все работы должны быть завершены до конца октября. Строители заверили, что планируют сдать объекты даже раньше срока. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».